День строителя в России – переходящий праздник. В этом году он выпал на 11 августа. Однако поздравления начали поступать уже сегодня. В Чувашском драмтеатре чествовали тех, без кого немыслимо существование цивилизации. Строительный комплекс «Чувашия» – один из самых эффективных секторов экономики. В прошлом году только по основному виду деятельности выполнено работ без малого на 30 миллиардов рублей. Почти годовой бюджет республики. Увеличиваются объемы производства строительных материалов. В нынешнем году это особенно заметно после вступления в строй действующих завода «Траковская керамика». Наибольшее количество объектов сосредоточено в столице. Однако районы республики тоже не могут пожаловаться на отсутствие стройплощадок. В прошлом году введено в эксплуатацию около 820 тысяч квадратных метров жилья. И хотя это чуть меньше плана, по вводу жилья на душу населения Чувашская республика продолжает занимать лидерские позиции в Приволжском федеральном округе. 0,66 квадратного метра на одного жителя. Вводим новые объекты, создаем тем самым новые современные рабочие места, строим и в социальной сфере, и многоквартирные жилые дома, и учреждения здравоохранения, образования, дошкольные образовательные учреждения. Недавно я встречался с вице-премьером Голодец Ольгой Юрьевной. Практически на строительство дошкольных образовательных учреждений выделяется 1 миллиард рублей. Вот 2,5 года нам осталось для того, чтобы воспользоваться этой программой. Понятно, когда бюджет идет через конкурсы, через законодательную базу, тяжело по фактору времени ускорить эти процедуры, но есть государственно-частное партнерство. В отличие от архитекторов, строителей история не помнит. Все знают постника и браму, или это один человек, но понятия не имеют, кто клал кирпичи храма Василия Блаженного. Звание лучшего специалиста присвоили грузинскому царю Давиду, а не работавшей на него армии зодчих. Имена строителей египетских пирамид неизвестны, но профессиональный подвиг их бессмертен. Зато градостроителей уважают и чтут современники. Ваш труд всегда адресован в завтрашний день. Потому что каждое поколение строит не только для себя, но и для своих потомков. Хочется отметить особую значимость доблестного труда строителей. Строительный комплекс «Чувашия» – один из важнейших структур экономики республики. Им создается около 10% валового регионального продукта. Сегодня в республике в строительной сфере зарегистрировано более 2500 предприятий, где занято более 28 тысяч человек. Из них более 22 тысяч человек в строительных организациях и более 6 тысяч человек в организациях по производству строительных материалов. Признание заслуг – вещь, безусловно, приятная. Но даже если такого не случится, строитель – самая благодарная профессия. Ведь каждый из них воздвиг себе не один, не два и даже не три памятника. Собственно, все города и села на земле – памятники их уму и умению. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.